Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор цветочной воды Герани. Не обязательно использовать синтетические одушки, чтобы придать косметическим продуктам утонченный аромат. Для этого можно взять цветочную воду Герани. Она не только улучшит запах различных средств, но и окажет полезное воздействие на кожу и волосы. Такой продукт является высококонцентрированным и добывается путем перегонки цветков с водяным паром. Цветочная вода Герани рекомендована девушкам, которые хотят избавиться от сухости и придать своей коже сияние. Данный продукт хорошо борется с пигментацией, увлажняет, а главное, приводит эпидермис в тонус, за счет чего исчезают мелкие морщинки. Гидролат Герани станет идеальной основой для средств, предназначены для очищения кожи, тоников, лосьонов, масок и даже кремов. Вы можете его использовать в чистом виде или разбавить водой. Очень полезно добавлять этот актив в глиняные сухие маски. Если вы желаете оживить свои волосы и облегчить их расчесывание, просто распылите немного гидролата Герани на них после мытья. Она не утяжеляет, не создает эффект грязных волос. Некоторые хозяйки используют цветочную воду вместо ароматизатора для белья и даже вместо освежителя воздуха. Конечно, это не совсем экономично, зато такое средство не вызывает аллергических реакций и полностью безопасно даже для деток. Вот такой бутылочке мы отправляем цветочную воду Герани нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!